Всем привет! Мы находимся в отеле Центара Гранд Протамнак, и сегодня у нас второй день конкурса Miss International Russia in Thailand. Добрый день, меня зовут Валерия, я из города Ташкента. Мне 20 лет, и я участница конкурса Miss International Russia in Thailand. Hello, my name is Екатерина Бушуева. I'm the designer of the evening gowns for Miss International Russia Thailand 2014 with my brand Katish. I originally started off from kids wear, now I'm developing into the adult wear, and I'm very happy to be the semi-final judge as well. So it's a very interesting experience. Hello, my name is Helena, and I'm a participant of Miss International Beauty Contest of Russian women in Thailand. I live in Thailand for 2 years and I love the country extremely. So I hope I will win. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, мне 18 лет. Я из России, город Челябинск. Приехала на конкурс красоты, чтобы поучаствовать, познакомиться с людьми, с новыми. Ну и получить приз. Ты не зари, я встану, солнце для тебя. Здравствуйте, меня зовут Ксения, я 10 лет живу в Бангкоке. В данный момент нахожусь здесь со своими моделями, так как я являюсь директором модельного агентства Inega Bangkok. И сама, возможно, даже стану участником этого замечательного конкурса, поэтому очень надеемся на ваше внимание и поддержку. Здравствуйте, меня зовут Карина Маренко, я из России, из города Воронеж, что находится недалеко от Москвы. Я работаю моделью уже 6 лет. Я была в Гонконге, в Гуанчжоу, Шэньчжэне и Тайбэе. Сейчас вот приехала на лето на 2 месяца работать в Бангкок. Меня зовут Юля, я из России, из Воронежа, мне 18 лет. Работаю моделью в Бангкоке уже много лет, да. Ну, года 2, 3, 4. Приехала сюда на конкурс красоты. Ну, надеюсь, что стану победить, ну, хотя бы войду в десятку, я не знаю.